Она чувствует, вот если там в носу соплита какая или что, она выдержит. Ты думаешь, что она, да? Ха-ха, не даром. Выдержит, ты думаешь, что? Из-за голубых глаза? Нет. А вот если у меня, не дай бог, что-нибудь заболит, или ранка какая, никто не заставляет, она сама найдет эту ранку и будет лизать. Видно, ее лекарство, слюна, наверное, не знаю. Говорят, вот. Знаете. Я бы хотел, если Миш, пожелать всем людям, не троньте человека, пусть развивается естественным путем. Thank you.
что, мои хорошие, да что, мои маленькие. Сейчас бабушка к вам придет. Сейчас придет. Сейчас бабушка придет к вам. Сейчас. Сейчас, мои хорошие. Сейчас. Сейчас. Сейчас, мои маленькие. Сейчас, мои маленькие. А сейчас. А бабушка придет. А бабушка придет. Вот тут у вас навоевано. У вас тут навоевано. Ох, вы артисты вы такие. Вы тут навоюете всегда. Господи, помилуй. Давайте бабушка вам немножко мух погоняет. Бесстыжие, сожрали вас тут живьем. Бесстыжие эти мухи. Стой, моя солнышко. Стой, моя маленькая. Стой. Ты моя малюточка-то. Маленькая-то моя коровушка. Да ладно, твоя доченька. Рынка телочка в 25. Что с тебя дальше делать? Дунай! Отойди прочь! Господи, моя сладкая, спасибо тебе. Спасибо, моя доченька. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, моя кормилица. А ты прочь! Ты не прочь! Я тебя! Ой, ты моя дочечка. Спасибо тебе, солнышко. Пошел, 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 пошел туда. Дунайчик, мой мальчик. Молочка захотел, моя маленькая. Пойдем, бабушка, дать молочка. Пойдем. Ох, картина ты моя. Иди, иди, иди. Это брат Михаил. И нечего нас снимать. Мы обыкновенные люди. Живем у начала реки. Ничего тут особенного нету. Люди доживут до старости с мужем, ходят под ручку. А я первого похоронила, второго похоронила. Это меня Господь наказал, что я в молодости отказала парню, Павлику. Мне мама не разрешила, а я побоялась перечить ей. Вся судьба перекувырялась и мучаюсь. Сережка, вставай. По щучьему еленью, по моему хотенью, копайся, картошечка, сама. О, Господи, да. Играй-ка, брат родной, сестренка, песенок попут. Пускай люди позавидуют, гуляет брат с сестрой.
такую Атаеву, потому что она накормлена. Негодиночка моя. Диночка, Диночка. Наоборот. Чтобы сердце не болело у тебя и у меня. Не ругайся, дорогой. Дина, Дина. Не ругай, не ругай меня, мамаша, что я хлеба много ем. Эти беленькую котомочку я вам не надоем. Ты зачем сломал, а? Ты зачем сломал забор? Ты зачем огород сломал? Ах ты разбойник ты, этенька, пошел! Ах ты разбойник ты, этот, сломал, все сломал. Теперь бабка ремонтируй. Я характеристику себе давать не буду. Нет. Нет. Нет универсального человека, что он идеально чистый. Я не могу характеристику сказать, что ты хороший или плохой. Не могу. Не могу. И никто не вправе. Даже не вправе никто. Для кого-то я буду и хороший, а для кого-то я враг. Жуленька! Та-та! Жуля! Поэтому осуждение о человеке я запрещаю. Обсуждать человека поверхностно я запрещаю. Пойдем слишком на место, несем поверхность. Бедный ежик, пойдем желательно. Дина, пойди сюда, на конфетку. Дина, на, на. Я и конфетка на ум не идет. Бабушка возьмет ежика, снесет на место. Кузин живет на воле, дочь. Иди! Дина, Дина. Пусть он живет на воле. Нельзя. Дочечка! Бабенька! Да возьми за конфетку, бабушка. Чай пьет по одной конфете на телефоне. Где стыжая? Ёжанка тоже жить хочет. Давай, давай, бабушка, пить. Пойдем на место. Несем в лес. Несем в лес. Пойдем, дочь. Нельзя, нельзя. Дина, хватит. Пойдем, 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 подожди, 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 моя дочь, сейчас несем в лес, несем в лес, пойдем, детенька, пасха, моя умница, зачем ты работаешь, ой, Дина, 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 давай снесем, но, что ты, дочечка, надо снять его на место, давай снесем на место, он плакать будет, ё, Динушка, тебе это резко чего нельзя! На конфетку, на крышку, на конфетку. И конфетка на ум не идет.
Доченька, доченька, бабушка возьмет, бабушка, пойди, бабушка возьмет тебе, тебе, не хватит за руку. Бабушка тебе возьмет, тебе, тебе, тебе. Дина. Пойдем, пойдем. Доченька, локоть все кусила. Так, все на тебя заставлю. Врешь. Хоть ты сильнее меня. Так. Так. Постой, не вались, маленький сарайчик. За мной не гонись, чернобровый мальчик. Ломать надо это. Сейчас. Потом сломаем, когда капусту. Тут капусты нету. А свекла есть. А что это свекла-то? Здравствуй. У тебя вытаска на больше. Это вытаска на больше свеклы. Чем красная свекла не тронута. Ничего не делать, пусть поедят. Красная свекла не тронута еще. И не смей. Царь вышел, посмотрел, как я работаю. Петр Первый. Так. Так. Ради светла. У себя-то ладно, я-то жила плохо, а пусть у меня внуки. Вот уж нет. В принципе нет. У них другое будет обстановка, другое общество, другое. Постой, стой, стой. Куда ты бежишь? Я сама не с тем конфеткой, а и модом. Нет, уж ты сама съешь. Во, наглядный пример. Ты сама съешь. Он, знаешь что, не то что конфетку, он шоколад не хочет будет есть. В его время. Миша. Что? Подстриги ты меня, пожалуйста. Посмотри, как я обросла. Приеду в Гнатике, я на кого похожа? На медведицу. Вот уж. Вот и Анна Федоровна. Уж позвольте мне. Слушай, дай-ка мне молоток. Вы живите, а я умолкну. Ради вас. Я развиваю эту теорию. Я в корне... Знаешь что? Тебе дана одна единственная жизнь. Тебя больше нету. Во втором варианте нет. А? Так неужели ты ради кого-то? Ха-ха, ну что ты родился тогда? Ну и что ты тогда родился? А? Ты в одном экземпляре в мире. Вот я поговорюсь за личность, а не общие масштабы. Ведь вот недаром стоится вопрос о смертной казни. Понимаешь, в чем дело? Я отменяю ее. Смертную казнь. Отменяю. Если ты докажешь противное, пожалуйста, я слушаю. Объясни, пожалуйста. Все ссылаются на государство. Разбивай эту политику. Государство ты. Я. Я спрошу Ельцина. Ты куда? Нет, слушай. У меня мама есть, папа. Ну конкретно ты мне назови, кто такое государство. Ты да мы, да я с тобой. Вот и все. А?
Ой. А знаешь что? Я бы, например, запретил в государстве производить игрушки детские. Девочка шила бы куклу, ей тряпочек отдам, а если готова, она растреплет. А если бы он сконструировал? Вот это уже потенциал большой. Моя совершенно идеология. Совершенно. Я запретил в Союзе выпуск детских игрушек. Заводы прекратил. На фирпотреб пошел. Разгодилась хозяйка по избе и ударила ладошкой по ноге. На данной стадии цивилизации мы не осознаем то, что мы сами себя губим. Почему человек и женой недоволен, а другая вроде слаще, а другая вроде лучше? Почему? Объясни. Аннушка, Аннушка, ты же старушка. С каждым днем короче твой маршрут. Да мои крестовые, да мои любимые, идите вы к бабушке. Сладкий-то вы. Я вас попою, так я жить хочу еще неделю вперед. Сладкий-то вы, мои красавцы-то, мои маленькие-то. Пей, мартышка! Пей, он сейчас выпьет, от тебя отнимет. Ты вечно тормозишь. Голованные-то мои. Согнали людей в кучу в город, камни считать. Ну-ка ты, бандит, ну-ка, разжимала рот, ротозейка. Разжимала, вот он отнял от тебя. Вот, тебе сколько раз говорю, будь похитрее, ешь. Рот-то и разжимает. На. Здравствуй, желанный сынок. Письмо я твое получила. Большое спасибо. Сыночек, я чернику тебе посылаю. Посылаю вот тут поли, этот, ой, прополис настоянный с маслом. Натирай вот носовую перекладинку, чтобы не закладывался у тебя нос. Держи в тепле ноги. Прогревай пятки все время. Нет, нет, да возьми горчичной ванной и сделай ножки. Сынушка, жалей себя, любимый ты мой, желанный сынок. Ласково ты мое дитё. Я теперь век прожила, хоть и помру, так наплевать. Береги семью, живите дружно. Гали, большой привет, здоровья ей желаю. Юру жалей, в огонь и в воду не пихай его. Жалей его, как друга своего. Береги. Жизнь-то моя, ты знаешь, я в письме писать не буду. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. ¡Caballo viejo, carracha! ¡A este caballo viejo hay que darle dos aspirinas, hombre!
Да, к вам я так просто тут приехать, оказывается. Ну и напылил ты, брат, пехота. Я приветствую вас. Так надо хоть платье чего-нибудь. Я у меня еще одно платье надо надеть, господи. Здравствуйте, добровольно ссыльная. Добровольно ссыльный тяжелый. Добровольно выгнана за пьянку. Нас на первый километр. За непочтение родителей. За непочтение. Ну, добровольно ссыльная. Работа. Наше дело только поглазеть. Да, поглазеть. Наше дело делать тело. Да. А Боженька душу ставит. Да, да, да. Бог, будь сам не вправе. Иди чай пить. Я чай не пью. А что ты пьешь? Воду? Садись сюда, ты нужен здесь, за столом. Я, кроме воски... Миша, вот сюда!